Перейдем к следующей букве. Давай. Следующая буква Б. Ты знаешь какое-нибудь слово на букву Б? Знаю. Когда папа один раз на улице подскользнулся. О! Я надеюсь, ты его не запомнила? Запомнила. Я даже у воспитательницы спросила, что оно означает. И что же ответила воспитательница? Что она ответит, если она в обморок упала? Деточка, не надо повторять, что взрослые говорят. Они всякие бяки друг другу говорят. Да, ты бяки? Будешь повторять... Не буду. На букву «Б» много хороших слов. Например, слово «бабушка». Нет, слово «бабушка» начинается с разных букв. С каких разных букв начинается слово «бабушка»? Ты что говоришь? Чума в танках, кошмар на кухне. Старая прикребальщица, Дракула в бегудях. Кто это сказал? Папа так сказал. Ну, твой папа прав. Я хотел сказать другое. Вернемся к азбуке. Давай вернемся к азбуке. Следующая буква В. Видишь, вот она. А, какая красивая, прям такие. Да, тебе... вот. Какое слово ты назовешь на букву В? Смотри, за окном ворона сидит. Ой, ворона страшная. Да, а еще есть слово вкусное. Ой, в шкафу на полочке на букву В. Водка! Да нет, ну, варенье. Ой, дедунь, я люблю варенье, а папа любит водку, потому что водка – это папино варенье. Хоть не детская азбука у нас получается. Я прям не знаю. Да, я тоже не знаю. Следующая буква – Г. Г. Хорошие слова на букву Г. Г. Голубь, груша. Гадюшник. Ну, а это откуда? Это так мама мою комнату называет. А, ты, наверное, свои вещи не убираешь, да? Нет, я свои вещи убираю. Это бабушка свою челюсть вечно разбрасывает.